тяжелом дыму, под пулями между воронками и жущимися снарядами, они без усталости переводят. Грузовой автомобиль Горьковского автозавода грузоподъемностью 1,5 тонны, известный как «Полутора». Вот чтобы ошибки было выпущено 9110 бронеавтомобилей этого типа. Конструктор Грабин Василий Гаврилович. ДИС-3 стала самым массовым артиллерийским орудием, выпускавшимся в СССР и военно-морских сил. На площадь выезжает ДАЗ-67, первый советский полнопривыдный автомобиль. В 1930-х годах командование. Они использовались для усиления стрелковых дивизий, оборонявшихся в первом эшелоне, что существенно увеличивало их огневую мощь и повышало устойчивость в оборонительном бою. Установка ВМ-13 – это настоящее оружие победы! Они принимали участие...